Октябрь, день 21, 3 ноября по новому стилю. Память святых мучеников Дасия, Гаия и Зотика. Святые Дасий, Гаий и Зотик, находясь в Никомидии, вошли однажды в Идольское капище и разрушили жертвенники. Зато они были подвержены всевозможным истязаниям и мучениям. Они были подвешены на дереве, причем их строгали конскую скребницею и терли тела их волосяными полотнищами. Видя, что они презирают всякие муки и при этом обличают суетность идолов и громогласно проповедуют Христа Бога, единосущного со Отцем и Святым Духом, мучители повесили им на шею камни и бросили в море, где святые и нашли свое упокоение. Святые претерпели мученическую кончину в царствовании Диоклетиана в 303 году.